сегодня мы снимаем прекрасное видео, первое в 2024 году, с концерта Даши Доры в городе Москва. Что же нас ждет впереди? Возможно, что-то хорошее, возможно, что-то не... Напоминаю, монтаж Игорь Иникс. Очень. Это, помнится, года два назад мы делали бэкстейдж с концерта молодой и популярной артистки по имени Дора. Что же поменялось за эти два года? Я решил разобраться вместе со своей оперативной рэп-группой. У нее там было два концерта. Первый концерт будет сейчас в видео, вот дальше. А второй концерт был на стриме у меня на twitch.tv. И съемка, Игорь Членикс. Обязательно подписывайтесь везде. Попрошу вас все-таки очень сильно нажать кнопочку лайка, написать какой-нибудь хороший комментарий и смотреть видео до конца, иначе мистер Бист тебя проклянет в следующем видео. Мистер Бист! А вы в очереди стоите, да? Блин. Да мне похуй. Касса Бля, есть. Бля, прикольно то, что этот вот так вот, типа, мерч продают, клево. Ски 450 рублей, 200 рублей, флаги. Походу, ну, нужно было не те флаги продавать, мне кажется, на этом концерте. Но... Просто флажок, нахуй, за сколько? Блять, алло, Бородор! Флаги. Походу, ну, нужно было не те флаги продавать, мне кажется, на этом концерте. Но... А сколько пряник стоит? Бородор! 500 рублей. А можно купить пряник? Да, только мы столько кассу откроем. Ну, организация на уровне студсовета, ребята. Вот так уж вышло. Вот. А вы на Meet & Greet приходили? Да. А как вам вообще музыка, да, Даша? Вот. От нуля до платины. Вот сколько бы ты дала? Я First Feel, ты расстраиваешь, уже минута прошла и ни одного упоминания меня. Он мне столько продлевал, он мне еще за месяц заранее сказал, бля, точно посмотри, там только про тебя. Это видео не про Дору. Это про тебя видео. Ханза Май, спасибо за альбом. Гиды и Лера встретились в музее. Делали сообщи на фоне Дотов. Галереи. Стинт, люблю тебя. Прошлый мид, короче. Так. Не понял. По какой причине пришел на концерт? Нихуя, Игорь Иникс, блядь. Не, чуть-чуть палится, что это монтаж, но это охуеть. Блядь, это охуеть нахуй. Ну, это правда тоже фотошоп, да? Я прошу за... Какой причине пришел на концерт? Она круто поет, у нее крутой голос, она вообще молодец. От нуля до платины. Вот за сколько ты уважаешь Дору? От нуля до платины я уважаю Дору просто на золото, на гол. Ну, вот весь чуть-чуть не дотянул. А я хотела сказать историю, как мы попали на концерт. Давай. Мы вообще выиграли билеты, это мой парень. Мы из Питера приехали в Москву. Потому что мы выиграли два билета Meet & Greet. Очень рада, ему очень счастлива. Блядь! Счастливая Дора Милашка. 42. Ой. Блин, я так стесняюсь, честно говоря, вообще не знаю, что с этим делать. Извините, можно сфотографироваться, пожалуйста? Да, спасибо. Это фото? Спасибо. Ура! 42. Я фанат твой вообще с 10 лет. Буба. Блять, Игорь Иникс, ты бог. А хочешь сегодня в зал? Я на секунду подумал, что она в реале упала. Ну вот, типа, с этого с фотопита. Залезу на забор, короче. Опасно типа. Так делать. Ну да, поэтому Игоря отправим, я считаю. Ну тоже жалко как-то оборудование. Мне нравится, что жалко оборудование, Игорь. Жалко его и оборудование. А как их впустили? Ну ладно, давай серьезно. Давно концертов не было. Песня одна сколько выходила за прошлый год. Что-то, блядь... виновата. Что-то хорошее будет в этом году? Есть какой-то... Блять, такая гордость берет. Вот знаете... То, что Игорь Иникс вот начинал, блядь, с разоблачений на Заквиеля, блядь, потом на Пятерку. И сейчас он ходит и снимает, ну, блядь, ну, звезд, блядь. И вот в особенности вот эта хуйня, да, я прям могу четко сказать, откуда это начиналось, вот этот вот момент. Песня одна сколько выходила за прошлый год. Что-то... Вот это, блядь, я вот, сука, я прям чувствую, что я причастен забор, вот, конкретно к этим тупым зумированием, да, потому что есть канал Сонечка, и там вот есть всякие видосы, вот, ответы на вопросы, когда свадьба, вот этого, да, вот эти легендарные, блядь, вот эти вот хуйни, лупы, пупы, да, вот, это ж вот оно. Вот оно. Когда я говорю, вставляй, бля, каждый кадр, чтобы хуйня была. Лупы за лупы, да? Блять, сука, легендарно. И вот он, Игорь Иникс, блять, как будто вот птенчик, да, вас тыпит. Ну нет, а там не 3 года, на самом деле, там больше, наверное, 4. Ребята, я вам еще хочу рассказать. Дело в том, что
Ну, я отношусь просто по-другому. Я вам уже вроде говорил, что я заморозился. Я головой где-то в 2016-м. То есть я тот. И я каждый раз на себя смотрю из 2016 года. И каждый раз я фанатею, типа, ебать, бля, что за хуйня, я в стрепухе, бля. Это каждый раз. Я вроде рассказываю эти истории, и вы думаете, бля, ну очередная история про стрепуху. А я всегда оттуда на себя смотрю. Я думал, ебать, я сидел... Играл нахуй в Майнкрафт на сервере SP1, нахуй. Мы там на SP2, блять, мы отыгрывали пиратов, блять. Мы пираты семи морей, нахуй, в Майнкрафте. А сейчас, блять, я пишу: привет, Слава Мерлоу. Чё, будешь у нас на концерте? И у меня это оно не состыкуется. Я всегда этому искренне удивляюсь. Вот вроде как-то, блять, ну оно как-то заезжено. Я вам рассказываю каждый день, и вы слушаете эти истории такие, я думаю, бля, ну они для вас меньше значат реально, чем для меня. Для вас это типа, ха, прикол, бля, но уже как-то в привычку. Для меня это не входит в привычку. Я реально не могу привыкнуть ни к одной хуйне. Блять, ну ебать, вообще, концерты нахуй. Какие нахуй концерты, блять? Какие 1000 людей будет нас слушать? Ну уже больше даже 1000, но когда вот для меня перешла грань, блять, в Москве больше 1000. Я думаю, как нахуй, как, блять? Вот то есть, ну, я, для меня, ебать, 1000 людей на стриме было собрать такое, типа, ебать, что? А тут 1000 людей в реале придут и будут подпевать моим песням, когда я еще думал, что у меня песни будут какие-то, нахуй. Какие нахуй песни, бля, я в Майнкрафт играю, блядь. Куда нахуй? Как это все случилось? И я вот всегда на себя смотрю из 2016 года, или, возможно, даже чуть-чуть пораньше. Думаю, ну как нахуй, как, блядь, ну вот как так жизнь складывается, нихуя себе. Вот, я всегда удивляюсь, реально, каждый вот этот вот, блядь, поход какой-нибудь сюр, какой-нибудь бред, который происходит, и думаю, как оно нахуй так происходит, блядь. Когда меня, ну, блядь, там, тот же Слава Мерлоу, Мазелов зовут, говорят, о, ебать, здорово, привет, пойдем потом. Думаю, кто я нахуй такой, блядь? Как я оказался в этой точке? Ну, а потому что я разумом нахожусь в 2016 году. Я такой, типа, о, бля, нихуя себе. Вот. Пиздец. Блядь. Виновата. Что-то хорошее будет в этом году? Есть какой-то запал, задор, возможно, что-то такое? Да. Кстати, можно мы сторонами поменяемся? Давай. Как... У тебя рабочая? Да. Ну да, потому что татушка. А, ты знаешь, что я тебя очень сильно это уважаю, и, честно говоря... Бля, какая она реально по сравнению с ним не только по росту маленькая. Вы сравните размер даже головы. На русской рэп-сцене очень мало нормальных девочек осталось. А почему на рэп-сцене? Ну ладно, в целом на сцене. Я, мне кажется, уже созрела к альбому. Следующим я плюс-минус понимаю, каким он должен быть. Первые три альбома, они все как цельная какая-то некая история звучат. Там, типа, от маленькой девочки до такой, да. Типа, поп-дивы. Как... Есть какие-то? Ну, я на этом альбоме, на следующем? Да. Или ты еще не думала об этом? Обычно я буду собой. То, что, ну, просто то, что льется, как бы, у меня из души, вайб, который присутствует внутри меня, тот и происходит на одном из альбомов. Но про этот альбом я точно знаю, что я очень хочу что-то целостное. Когда вот такое мне делают, я просто, мне страшно. У меня, блядь, душа втягивается нахуй, вот ближе к сердцу, сука, ей вообще похуй, она дает интервью, на ней, блядь, я сейчас иголкой сиську проткнут нахуй. А не жанровости, вот так. А почему у тебя, кстати, в гримерке огнетушитель? А он тут всегда был. Ну, на случай всякий, вдруг тут пожар произойдет. Вдруг даже Хоменко слишком горяча окажется. Да, кстати, да, реально. Тебя Артём Чепурин обидел, а не я. У меня депрессия, у меня теперь тильт. А что обычно люди в депрессии делают? Любят Артём. Какой твой любимый алкоголь? Артём. А какая твоя любимая еда? Артём. Какой твой любимый звукорежиссер? Его вообще-то Артур зовут, это вообще позор. Игорь. А какой твой любимый барабан? Артём. Блять, ты Горинек. Бля, я как будто бы в турецком сериале оказался, нахуй, а не бэкстейдж с группой снимаю. Это что за пиздец? Хорошего вам концерта. Я вижу, что у вас большая команда поправляет вам ваше прекрасное платье. А вы просто видите, Артур, как мы сегодня подготавливаемся к мероприятию. Сегодня все супер серьезно. Мы хотим, чтобы мы были реальными профессионал, супер крутыми girls. Thank you. Bye. А, вот что, кстати, не обсудил. У тебя новый участник в Q-Trock группе. Да, кстати, а где Вика? Да.
туннели. А какими судьбами оказалась в Q-Trocker, расскажи. Сила, блять, TikTok. Если я вижу девушку с туннелем, первый мой вопрос, могу ли я туда засунуть хуй? Если нет, все, блять, мы больше не общаемся. Наверное. Ты записала кавер, типа, какой-то, и в итоге попала в группу. Я сама не помню, как я попала. Все в тумане, ребята, все в тумане, я ничего не помню. Запутанная история. Но в итоге, типа, скажи честно, насколько тебе не нравится с ними играть? Есть ощущение, что Вику бьют за то, чтобы она так отвечала? 42. Вот, собственно, мы в том самом месте святая святых, кто... То есть это вот это про меня, да? То есть вот это будет... Тот самый VIP за... Блять, это канал Кемерово Ньюс, да, называется? Для людей от так называемый very important personal. Пойдемте попробуем пообщаться с кем-то из этих людей. Здравствуйте. Добрый день, господа. Много денег отдали? 6 тысяч. Пиздец, 6 тысяч. Ради чего? Maybe, baby. Думаешь, она будет сегодня? Конечно, обязана. Любить тебя буду? Трахать тебя буду. Бабки давать будешь? Буду. Здравствуйте! Здравствуйте! Здрату. А у вас очень большая камера, мы пока молодые еще. Что нужно делать, чтобы такую большую камеру иметь? Отрастить. Как звать? Меня Денис зовут. Все, и на этом заканчивать надо. Суета! Пошел нахуй, Денис. Нихуя себе. Бля, прикольно. Не, начало еще топовое. Сейчас, извините, просто смайлик закинули в чат, я хочу отметить, да? Ну, просто захотел вам показать. Такой, звонит куда-то. Лопа! Подожди, это ее песня? Так, а никто Шакиру не видел, нет? Шакира. Давайте все вместе хором. Шакира, Шакира. Бля, вам вообще похуй на нее, да? Даша Шакира бегает от меня, она не хочет с собой разговаривать. Вот посмотри на... Ты что, совсем ку-ку, Кристина? Фух, осуждаю. Это легенда. Она легенда. Осуждаю. Легенды не любят разговаривать. Нам отказали в интервью. Первый раз за всю историю нашего YouTube-канала, друзья. Шакира! 42. Шакир, пожалуйста! Пряник! Пожалуйста, сейчас будет обзор пряника! Здравствуйте, меня зовут Дружа Обломов, и сегодня мы будем обозревать новый мерч прекрасной Даши Доры. Здравствуйте. Во-первых, ты видела это? Это флаг Q-Trocker. Я его сама придумала, кстати, сама нарисовала. Но только попросила медведя посимпатичнее отрисовать. Мне кажется, достаточно мило получилось, очень прикольно. Выглядит неплохо. Блять. Короче, ребята, рассказываю. Мне пишет чел, тренер. Ну, не, ну, как бы тренер по видосам. Короче, пишет мне тренер. Он был еще на концерте в Краснодаре в белой шубе светящейся. И он говорит: привет, скинь свою роспись. Ее хочет чел в качестве татухи набить. Думаешь, норм тема? Бля, я думаю, ну, в принципе, прикольно, если чел хочет, ну, типа, похуй. Думаю, ну, можно, в принципе, и постараться, да? Ну, потому что это будет у него татуха на всю жизнь. Вот моя роспись. И у меня, блядь, а тренер заебывает и заебывает, блядь, пишет и пишет, нахуй. Я думаю, да, блядь, потом я скину уже. Сука, ну, я, короче, скинул просто, ну, уже на отъебись, потому что, ну, меня заебало, как бы. Там, ну, я хотел выделить время, что я постараюсь, но меня, блядь, столько написали. Ну, короче, вот такая татуха учила будет. Просто я подъебнул на своем Самсунге, как бы. Вот буква О, прям вообще старание, кстати, вообще хорошее. Думаете, нормально? Не переделывать? Не, могу просто переделать нормальным фломастером, блядь, нарисовать. Кстати, там задание, знаете, какое было? Можешь, пожалуйста, черным фломастером на белом фоне прям хорошо нарисовать? Черный фломастер на белом фоне. Куда, блядь? Еще и напиши прямо сейчас, блядь. Угу, угу. Сюда. Да, дарю. Так называемый JPEG.
Да, лахало. Тебе, чтобы ты сегодня торжественно... Вау, блядь, а он 300 рублей стоит! Бля, Бородор, нам надо флаги. Нам надо вообще все. Йоу! Только так. Следующий айтем. Вот такой вот замечательный мини-пряничек. Он, кстати, вкусный. Я пробовал, реально. Ну и, конечно же, мини-Дора. Сергей, вам тоже вручается вот такой замечательный айтем. Мне кажется, он сделает только краше, милее. Вы просто, ну, удивительный. Во-первых, да, вот эти вот замечательные прянички, чтобы у вас жизнь была лучше. Чтобы позитивчика какого-то. Рождество, в конце концов, друзья. Вот, а это ты подаришь моему особому подписчику, ладно? Вот кто тебя развеселит, ну или просто покажется приятным, милым человеком. А дегустация? Дегустация! Бля! Бля! Не-не-не, не бери там сперма. Ну, собственно, вы можете открывать, начинать дегустацию. Давайте, АСМР. Упаковка 10 из 10 пока. Профессионально. А хрусти тоже АСМР? Там сперма. Я не слышу хруст без... О, бля, там она голая на этом прянике. Так, всё, ебать, блядь, а интересно, меня посадят за то, что я реально буду продавать пряники, где я вот такой мультяшный голый? Номер. Это да. Вообще охуенно. Давай. Ну, он очень мягенький, да, поэтому он не хрустит. Имбирный. Запах, жаль, не передается пока еще по интернету, поэтому надо... Искусственный интеллект скоро все сделает. Да, ну запах вкусного имбирного пряника. Бля, она такая на позитиве, кстати, но я не знал, какая она настоящая, но она что-то реально на флексике, на позитивчике. Поехали. Я хочу RGB флаг. Слушай, ну есть кайф, кстати, вообще. Шикарно. Есть жесткий кайф. RGBT. Да. Блять, Гриникс хотя бы покушает, да? Съемку. Да, кстати, кто не знает, мы недавно с Дашей пекли торт. На день рождения легенды Шакиры, кстати. Нам очень понравилось это занятие, поэтому скоро мы, ну, открываем свою пекарню. Нихуя себе. Подтверждают люди. Ну, короче, я считаю прикольный айтем к Рождеству в целом. Это самое страшное. Это столько надо, блядь, законов, бумажек, нахуй. Если кто-нибудь обосрется после твоего, блядь, печеньки, это все нахуй. Ты, блядь, с судами не разберешься. Это самая страашная реально беда. Это как в Зимбабве будет какой-нибудь Доргранград. Вот что это такое, вайб. Просто Даша недавно в Тулу ездила с концертом как раз. После этого появились пряники. Вдохновились. Да, что будет, если ты съездишь? Где автомат Калашникова тема? Осуждаю! Осуждаю! 42. Ёбаные 42, бля. Вы все виноваты в этом дерьме, нахуй, ребята. Вы все, блядь. Я это вкинул просто за секунду на стриме, блядь. Вы все помазаны в этом. Ебать, она еще и хуярит на чичару. Можно ее подарить. Так. Угу. Кто тебе дороже, я или мама? Мама. А мама или Дора? Дора. А что вы делаете? Общаемся и ждем Дору. Вот что, какая ваша любимая песня, Дора? Вот можете продолжить строчку вот эту вот? Это я сделал. У меня оператора, блядь, крадут на... Еды Лера встретились в музее. Но я это не ебу в душе, что ли? 42. Ой, у вас уши красивые. А откуда такая футболка? Подружание подарила. Что? Подружание подарила. Почему так много мужчин приходят на Дору? Я думал, Дора, типа, именно как бы, ну, женский исполнитель. Это она, вот это, подружание? К сожалению, нет. Вы помылись перед тем, как на концерт. Это я. Я. А можно фотку? Гоколаб, у меня 68 подписчиков в ТикТоке. О, здорово. Нихуя себе. А вот какую бы песню вот ты ждешь, чтобы вот она такая, вау, и ты такой, да. Подарок там тебе. Тебе хуй. Блять, вот бы они все кричали 42-42. Не-не-не! Пятерка! Блять, пожалуйста, нет. Блять, dice from cringe. Пятерка! Мелшера кричать не будем, его никто не знает. Блять.
Немножечко про вселенную смешариков. Я бы 5000% была бы копаты, чем укуси меня пчела. Артем, ну точно, либо лосяш, потому что он такой, ну занудный иногда, когда про дела его начинает свой. А теоретически вот это вот все, вот это возможно. Этот 100% он. Ну вот, друзья, Артем в обычной жизни это лосяш, но когда он пьяный, это Каркарыч. Вот это рояль, вот это вот Артур Пирожков. У него вот это все начинается. Кстати, он жесткий фанат Артура Пирожкова, кому интересно. Дарья это бараш, это утрированная реакция на все плохое, это экзистенциальный кризис, Hello Darkness, My Old Friend, папина лимпоз в автобусе, а Вика пока, ну, и пока непонятно. Ну, бля, но тут уже ковров не хватает реально, может ковры, может это мыло. Пин? Ты что, такая агрессивная? Ах, Тунг, вот это про тебя? Мы еще чего-то не знаем, друзья. Все впереди, все впереди. А ну, Шакира, это 100% Савунья, да. Это таблеточки вы принесли? Вы здоровы? Всем спасибо, это была вселенная Дора Икс Смешарики. Пока. Нихуя, ой-ой-ой. Ебать она хуярит! Подмышки, наверное, подстригла, кстати. Блять, вот это, сука, всегда, нахуй, одно и то же. Я пришел на концерт и заплатил за билет. Вау! Ебать, охуенный концерт! Ведь записи-то больше никто не выложит. Это только я буду снимать. Apple Vision Pro, нахуй надо? Я и так, блядь, живу. Заебись, блядь. Друзья. Да. Обращение президента Ютрока Дарьи Сергеевны Дор-Дорыча. Ютрок. Дорогие друзья, это был очень тяжелый год для Кьютрока. Было не так много релизов, но в этом году все будет иначе, все будет по-другому. Я желаю вам всего самого светлого, доброго, любви, тепла, позитива. Кьютрок — это позитивная музыка про любовь, про доброту, про дружбу. В конце концов, про вселенную смешариков и всего остального. Вы не знали, но моя как бы группа, да, она вдохновлена этими всеми идеями. Блять, как, сука, она все время, блять, с самого начала же примерно, блять, она вяжет ебаные бусы. Шариков вот это вот все, да? Земля-то поэтому... Сука, у человека разве работа вязать ебучие бусы, круглые, блядь. Потому что смешарики круглые, собственно. Вот, но это мы от темы немножечко отдалились. Хочу вообще поздравить вас с Рождеством. У вас, наверное, складывается впечатление, что я немножечко шизанутая или пьяная, но я абсолютно трезвая, вам подтвердит каждый здесь, в этой комнате. Это правда. Видите, у меня у одной нет бокала, у меня только микрофон. Поздравляю вас. Блять, Игореник. С Новым годом, с Рождеством. Пусть этот год подарит вам все самое лучшее. Как жаль, что вы не с нами, собственно, сегодня. Как жаль, что нам не быть вдвоем. Как грустно, что не повторится. Всех с праздником! Ура! Если этот выпуск наберет, сколько там лайков нужно? 10 тысяч лайков, и следующий наш концерт будет в стиле вот этих вот перекачанных мужиков Джоджо, 4-й сезон глэм-рок. Я надену как... Какой-нибудь сумасшедший парик, все мышцы присобачу и будем вот этими гипертрофированными мужиками, которые будут фигачить на гитарах. Вот этими вот мужичками из Джоджо, короче, глэм-рок жесткий будет. Ладно, я если что, вообще абсолютно адекватный человек, просто очень веселый. Black просто rock. Я не показываю эту часть себя, знаете, ну, скрываю, но сегодня вам покажу ее. Ну, короче, 10 тысяч лайков, концерт в стиле Джоджо. Нихуя там секс-сафон. Но мне сами треки как бы... Кстати, нет такого, что хочется больше видео от Артура? Да, нет? У меня есть. Да, кстати, вы знали, что ее мама смотрит мои видео? Я больше не матерюсь, кстати. Она называет его Артурчик и просит меньше материться. Мы его называем... Бля, я с ним вот переписывался, вчера я ему пишу, орут? Я всегда орут, бля, мы... ну я вкинул просто по приколу, что он орут. И что-то все так смеялись, а он так злился, и теперь он всегда орут. Потом второе, да, когда его заебало, что он орут, он нарут. Да-да-да, нарут следующее, блядь.
Нормально, да. Мама Даша, простите меня, пожалуйста, правда. Я буду работать над своей речью, все будет отлично. Она говорит, такой хороший, замечательный мальчик, но что-то материться много. Собственно, сегодня на концерте Даши Дуэра происходит много всяких разных приколов. Сегодня нас попытаются удивить неким приколом. Да. Как вас звать, молодой человек? Меня зовут Илья. Очень приятно. Очень приятно. Чем вы по жизни занимаетесь? По жизни я играю на барабанах, играю на гитаре, немножко пою и показываю фокусы. Пожалуйста, сейчас выбери любую карту. Все, вытаскивай, всем покажи. Подписчики, смотрим. Давай карту. И я ее положу примерно вот сюда, вот в серединку. Итак, она где-то затерялась в колоде, да? Но если я сделаю щелчок, то твоя карта, она окажется наверху. Вытяни вот так ладошку, я тебе положу эту карту и второй рукой накрывай сверху. И держи очень крепко. Наёбывает. Наёбщик, а ну-ка, сейчас глянем. Ага, сука, это уже не она, это уже не туз бубей, это туз пик. Гандон. Пиздобол. Второй рукой накрывай. Он говорит, эту карту положу, уже он наёбщик. Сверху, и держи очень крепко. Гандопляс. Я заранее наверх колоды положил еще одну карту. Это вот такой вот туз пик. Если возьму... Ну, туза пикового, одно касание, у меня уже будет. И посмотри, что у тебя. Хуй, я его разоблачил, блядь, сосать. Берем твою карту. Как ты это делаешь? Кладем в серединку, задвигаем. Она еще не наверху, да? Нет. Но если я сделаю щелчок, то она опять появится здесь. И теперь... Вот такая вот голова. Коснись любой карты. Вот это, да? Хорошо, я подровняю. Все запоминайте эту карту. Да. Отлично. Колоды нам пока что не понадобятся, я отложу вот сюда в стопку. У меня с собой есть еще вот такая вот стопочка из разных карт из магазинов, вот, банковские карточки. Я тебе положу эту карту, запомни в этом большом номере любую цифру, кроме нуля. Последние три сзади карточки. Угу. На? Да. Бля, Игорь Эникс, ты серьезно решил подснять нахуй всю хуй? Игорь Эникс! Теперь... Игорь Эникс! Бля, у чела больше нет денег. Давай вслух. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И седьмая карта. Какая была? Семь. Чаги. Бля, сейчас, подожди. А там точно была семерка? Посмотри и прочитай громко вслух, что там написано. Ваша карта семерка червей? Что? Тут были цифры... 7, 4, 0, 9. А сейчас на ней написано семерка червей, ваша карта. Это карта... Как? Ты как это делаешь? Магия. Блядь, нихуя себе. Ну так он себе может дюпать деньги на банковскую карту. Да, нормально. Прикинь, что он с женщинами делает. Так, выступление, скипчик. Можно? Подожди, тут сразу написано блиц саксофонистом Доры 42 братуха. Ну еще не раскурился. Ну можно попробовать? Я опытный кореянец. Дунуть? Да, дунуть пиздец хочется. Нет, дунуть у меня нет с собой ничего. Ну это такая, знаешь, как зубная щетка, ее нельзя... А, да? Да. Пятерка или мелшер? Блять, пожалуйста. А что это? Это блиц-вопрос. А. Смотри, куакамоле или босс? Не гуакамоле. Нет, куакамоле. Тогда второе. Босс. Наверное, да. 42 братуха или не 42 братуха? 42. Бля, вы все помазаны в этом дерьме. На каких песнях ты сегодня играешь? Ну, там, где будет саксофон, получается. Я не помню название. Подожди. Подожди, а как это? Подожди, подожди. У тебя только одно соло, и ты ради одного соло приехал? Ну да. Сорок два. Блять, за что с людьми такое, дед? Что, блядь? Кого поддерживали сегодня? Вику. Вику и Хому. Вика, у тебя все получится, да. Ты охуенная. Я очень рад, что ты сегодня классно так отыграл. Вот этот плакатик я сам делал тебе на протяжении очень долгого времени. Чуть-чуть не успела высохнуть, испачкался. Но я думаю, это не помеха. Ты будешь, что этот плакатик помнить вот с большого своего концерта. Хома, лучше барабанщица на свете. Кто с этим не согласен, ну, ничего не буду говорить. Плохо это. Эй, о!
О-э-о. Вот, наконец-то хоть кто-то повторил нормально. Здесь более, как бы, такая мужская здравая аудитория. Но да, видно, что у Даши давно не было концертов. Что, придете и еще саппортить? Ну, завтра еще будем. Завтра будет. Да, потом я в Питер домой вернусь и в Питере пойду. Ну, что ж могу сказать, завтра со стримом слэм, походу, пойду. Здесь будет ставка, блядь. Подписчики, всем привет! Что такое саппортить слэм, вот эта вся хуйня? Мне надо нанимать специальных людей для этого. Да, палец выбили, нормально. Ребята, как вам концерт? Очень классно, понравилось, атмосфера супер. У тебя очки такие классные, я не мог к ним подойти просто. Вот, 42, 42. 42. Ликвидирован. 42. 52. 42, братуха, 42. Коля, лида, хуесос, скажи. Я, блядь, Rave Illusion, саппорт лиды, иди на. Мне перекинуть твои лиды. Давай, Эр. Какой саппорт, блядь, у меня есть саппорты вообще? Дропаем, давай. Игорь, за тебя работают люди, видишь, операторствуют, блядь. Въеби ему, въеби. Че, вы в слэмчике тусовались сегодня? Я заводил, в слэме, блядь, был. Нормально сегодня слэм был или так? Почему слэмеры всегда вот в таких масках? Это какая-то типа... Очень культурные люди, я бы сказал. Падают, поднимают, все дела, то есть очень крутые чуваки. Все хуйня. Все хуйня? Все заебись. Пришел послушать песню вот этот Тишка, Сан Лоран, а, да-да, кстати, да. А вот этот флажочек, это ваше? Ну вы хоть помяли вот этот флажочек замечательный. Посмотрите, ну это же прелесть. Вау! Купи, 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 купи. Лида у себя в Телеграме, кстати, написал, что, что вы думаете по поводу фита с пятеркой и секс-бомбой. Вам надо срочно как бы написать, что с пятеркой надо там залететь на как бы фит, да? Угу. Вот, то есть, да? Угу. Надо с пятеркой, надо. Как наш уже молодой человек сказал, пришел на Тишку Сан Лоран, пусть получает Тишку Сан Лоран. Прикольно. Ссылку? Блять, на Телеграм лиды? Как на пост дать ссылку? О. Блять, да я вообще, я через First Feel хотел связаться с, как его нахуй? Нихуя. Я этот с Лидой хотел через First Feel связаться. Вот, он там что-то написал, не написал. Видишь, как раз люди 30 минут сейчас смотрели видос и под конец все-таки смогли тебя разглядеть. Гордишься девчонками? Я очень ей горжусь. У меня прям мурашки по спине побежали. А в какой момент? Пишем. Да не, без таких призывов жестко. На треке «Папик» я знаешь, что представила? Я представила, что это не 19:30, а это какой-то огромный стадион. И у меня прям вообще, у меня просто по рукам, по спине пробежали реально мурашки. Это вещая тема, Кристина. Я надеюсь, да, я верю в это. Заебалась, скажи честно? Нет. На какой стороне ресничка? Давай, надо снять, желание загадать. И? Где? Артур, где ресничка? Было 42. Желание и нет желания. А хотела стадион загадать на следующий год. Бля, вообще удивлен то, что к ней мальчики ходят. Ну, типа, я думал, у нее большинство девочек, потому что они себя ассоциируют с ней. Ебать, а к ней приходят челы, которые... То есть, я хочу стать унитазом Доры. Это не шутка, типа? Это не шутка была? Даш Хоменко, у нас есть для тебя подарок. Во-первых, как тебе концерт? Хорошо. Что ты хаваешь опять? Орехов. Орешку. Блин, а я видела это супер мило. Я на самом деле даже расплакалась. Там есть отдельное видео, где чувак тебе желает только хорошего. Где... Я и все равно. Я тебе желаю, я мечтаю стать прокладкой Доры. Говорит, отдает нам плакат и говорит, блин, такая ты молодец, столько репетировала и вообще все зашибись.
Спасибо большое. А вы что-то со мной связанное не мечтаете стать? Вот, ну, у вас есть какие-то вообще желания? Ты стал неприятен. Думаешь? Да, ну а что она ушла? О, ебать, Саня! А мы делаем... Вчера ему звонил. Стиль 2024-2025. Мне нравится. Как тебе сегодняшний концерт? Мне очень понравилось. Мне, конечно, надо будет позаниматься еще очень много, но это было очень здорово, очень круто. Они что, тебя хуесосили? Нет, почему? Ну почему? Кого из группы Cute Rock ты считаешь сегодня самым большим лажающим на концерте? Короче, на самом деле все хорошо сыграли, просто у меня к себе требования. Ты есть. На загонах, короче. Ну да, ну а что? Ну мы музыканты такие. У меня для вас есть подарок. Это ваш первый плакат на концертах. Забирайте его и храните у себя в вашем Екатеринбурге. Спасибо. Спасибо всем. Маме привет и Денису Гречке привет. 42. И Экспринцесс привет. Вот. Следующую песню я посвящаю вам. Это будет мое... прощальное вам послание. Спасибо. Так, ну, песня подскипнуть. Как 5 секунд. Хотя мы играли 25 треков, это типа очень много на самом деле. Но я настолько была сосредоточена на каждом просто треке, что я вообще не заметила, как прошло время. Кстати, открою тайну, я периодически на каждом, мне кажется, своем столичном концерте я какой-то трек из сет-листа, трека 2, убираю. Ну, то есть он у меня есть, но я не чувствую типа какой-то отдачи от зала, и мне кажется, что его не стоит петь поэтому. А здесь я ни одного трека не пропустила. Просто ни одного. Это просто, ну, это легенда, ребят. Ну, не подвела Москва, скажи? Нет, но я жду, что завтра будет еще круче. О, да. Собственно, Даша, у меня для тебя есть вопрос. Кстати, хуёво всё-таки пришили эти бисер, ёбаный. Так. Я тебя очень уважаю. Ты мой большой друг. Брат. Да, именно так. Я искренне при всех людях хочу пригласить тебя выступить на нашем мероприятии. Почему меня до сих пор никто не пригласил на шабаш вот выступить? Вот? Ничего себе! Когда? Давай сделаем вид, как будто бы мы, ну, как бы не договорились заранее. Типа, 15 марта в Москве. Блин, реально? Я за. Она сказала да! Дальше вы там сами разберетесь. Покупать билеты по ссылке. Спасибо большое, что были с нами до конца этого видео. С вами был великий квартет Шапито, а.к.а. Лучшая Q-Trock группа в этой стране. И не верьте никаким плейлистам на Яндекс.Музыке. Q-Trock, он один, и он из 5 человек состоит. Укуси и это вот меня, они. Пчела! Ну что ж, как-то так у нас прошел 42. Концерт. Наши двое в клубе 19.30. Вы уже в курсе. Блять, сука. Чел, нахуй, серьезный чел, организатывает, концерты организовывает, помогает исполнителям заливать треки на площадке. Ходит, блять, по концерту Доры и говорит 42, блять. Вот опять же, вот вы нахуй, вы понимаете, что вы натворили, блять? Вот частью чего вы являетесь, нахуй. Вот есть Дора, крутая исполнительница, которую все нахуй знают, да? Ходит чел, блять. Тоже серьезный, блядь, на самом деле. И говорит, 42, братуха. В курсе, наверное, ну вы же посмотрели видео, о том, что у нас будет совместный ивент Шабаша и Доры. Даша у нас будет хедлайнером на нашем прекрасном мероприятии. Помимо Даши там еще выступают такие прекрасные артисты, как Люверанс, Амура, Маломира. Диджеет у нас Инстрина, я, Коля Редькин из списке, Антон Савенко с канала «Можно потанцевальный». Мы собираем в кои-то веки самую большую площадку в истории Шабаша, и поэтому каждый, если ты смотришь это видео и ты можешь оказаться в Москве, обязательно приезжай 15 марта в клуб «Бейс», и просто мы с кайфу, вами братья. Жестко оттянемся. Для тех, кто еще не знает, как проходит шабаш, вот тут все как бы на канале сходится, поэтому обязательно сходи, это непередаваемое ощущение. Ну, под конец что могу сказать? Я очень рад... Под конец могу сказать 42. Что Даша Дора вернулась в активную фазу созидания, что она уже продолжает давать концерты, что она пишет новый материал. Будем его ждать. Я вам по секрету скажу, когда выйдет альбом, возможно, я вас немного удивлю. Поэтому подпишись обязательно. Ну и спасибо за то, что досмотрел до конца. Ты знаешь, где кнопка подписки. В очередной раз тебе об этом напоминаю. И кнопка лайка тоже. А можно я как Миша Сейн крикну? Ну... Лёха, чё ты мне пиздишь, блядь? 42. Ну, что я могу сказать? Кринж. Кринжатина...